Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей. И жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 20 марта. День Василий Капельник. Назван в честь святого священномученика Василия. Святой Василий обличал в Херсоне заблуждение людей неверных. Это привело их в гневное состояние. Эти нечестивые люди били его без милости и изгнали из города. Через некоторое время умер сын у херсонского начальника. Родителям приснился сон, в котором сын просил их помолиться истинному Богу. Родители попросили об этом святителя Василия, который воскресил умершего. В народе поговаривали: «С крыш каплет, а за нос цапает», что означало приход весны. Существовало поверье, что если сегодня ночью треснет окно или с крыши пласт снега упадет, то это грехи тяжкие на землю падают. Сегодня молились иконе Божьей Матери Споручница грешных. В давние времена она помогала избавиться от холеры. Согласно народному поверью, сегодня можно было присушить понравившуюся девушку. Для этого рано утром, пока все еще спят, надо тайком взять какую-нибудь из ее вещей, выйти на улицу, встать лицом к разгорающейся заре и произнести: «Как я раб Божий имя, любил рабу Божию имя, так чтобы раба Божие имя не могла бы без него ни жить, ни пить, ни есть, и любила, и почитала его лучше отца и матери, белого месяца и красного ясного солнышка, веки по веку, отныне до веку. Аминь». После этого вещь незаметно возвращали девушку. И заговор начинал действовать. Приметы. С крыш закапала в капель, год будет очень плодородным. Если вода тает, но лед при этом стоит, к неурожайному году. Похолодало к вечеру, к заморозкам. Синий горизонт, совсем скоро наступит потепление. Длинная сосуль с крыш свисает, к богатому урожаю льна. Если только прилетели журавли к поздней весне, сон, приснившийся сегодня, сбудется аж через 3 года. Записывайте его. Проблема. Поломалась ручка. Просто-напросто она развалилась. Здесь была вот такая пластмасска. Все это лопнуло, вывалилось. Но теперь надо это все сделать. Thank you.
Ну вот и выпрямлен дефект. Дефект выпрямлен. Оп. Оказалась слабая пластмасска. Вот эта вот пластмасочка. И она развалилась. Вставил пластиночку металлическую. Все аккуратненько обрезал. Болгарочкой взик. Ножницами подровнял,
просверлил, засверлил, вставил. Все. Обычно дергают вот за верх и отрывали. А теперь она хорошо прикреплена. Все. Красиво. И ничего не видно. Как будто так и было. Вот так-то. Есть проблема? Нет проблемы. Надо ее решать. И вот самое главное в жизни, чтобы ты умел решать разного рода проблемы. С ручкой холодильника. Пожалуйста. И так во всей жизни. Сверлил. Резал. Работал. Красота. Можно полюбоваться своей собственной работой. Что это? Что это?